Всем привет! У меня для вас сегодня обзор лаков от Эль Каразон. Здесь, возможно, вам покажется, что две серии перед вами, но их на самом деле четыре. Вот очевидно, что вот эта серия, да, в круглых флакончиках отличается. Но помимо вот этой круглой серии, в этих биогелях здесь три разных серии. На первый взгляд они похожи между собой, и можно даже, наверное, запутаться немножко. Но вот сегодня я вам хочу рассказать характеристики каждой из этих трех серий и чем они различаются. Начать предлагаю все-таки с калейдоскопов. Эта новинка называется «Ночные грезы». Здесь 12 оттенков в этой линейке, я вам сегодня покажу 3. И каждый из оттенков назван по имени знаков зодиака. Оттенок номер 2 – телец. Изумрудно-зеленый с россыпью блесточек. Лаки из этой линейки чуть гуще среднего, как мне кажется, но при этом текстура оказывается комфортной. Они умеют быть однослойниками. При щедром нанесении в один слой вполне возможно их уложить без проплешин, без полос и так далее. Они вменяемо подсыхают, не скажу, что очень быстро, но и не очень долго. Носятся тоже хорошо. И кисточка у них тоже удобная. В принципе, по всем статьям послушные, наверное, лаки. Именно на этот оттенок вы уже могли видеть обзор в моем печатном блоге с подробными фотографиями, поэтому если вы еще не видели, то обязательно заглядывайте. Финиш у этого лака такой, знаете, средненький, не совсем внятный для меня. Он никакой, ну то есть он и не глянцевый, и не матовый. Я люблю в этом смысле крайности. Мне нравится либо очень глянцевый финиш, либо уже совсем однозначно матовый. Поэтому хоть какой-нибудь топ этому лаку требуется. Я его носила и с глянцевым топом, глянцевый вариант, и с матовым топом. Мне кажется, что мне больше даже с матовым понравилось, потому что получается такой необычный, изысканный какой-то маникюр. Непростой, нетривиальный. Хотя матовыми ногтями, конечно, никого не удивишь нынче, но мне кажется, что выглядит прямо-таки очень благородно. Следующий оттенок из этой линейки номер 04 – рак. Это, кстати, мой знак зодиака. Но этот лак я выбрала не только поэтому, еще и потому, что я фанат синих. Большой фанат. Очень красиво тоже. Блесточки в нем переливаются. По техническим характеристикам этот лак, в принципе, такой же, как и предыдущий. Умеет быть однослойником и вполне послушный по всем статьям. Такое же отношение и к топу. Да, то есть или глянцевый топ, или матовый топ. Мне и так нравится, но под матом, мне кажется, покрытие благородней смотрится. Тут уже хозяин барин. И еще один оттенок, который у меня есть из этой линейки, это 7 номер весы. Это уже такой очень интересный окисленного золота, что ли, цвет. Очень-очень окисленного. Он хорошо уходит в зеленцу. Необычный оттенок. Мне кажется, что у меня таких даже не то, что мало. Мне кажется, что у меня таких и не было. Здесь тоже есть блестящие частички, но по цвету они не так контрастны к общему тону. Поэтому могут не такими яркими всполохами сверкать. Та же самая текстура. И этот лак мне нравится, я бы сказала, одинаково и под глянцевым, и под матовым топом. Потому что вот именно в этом цвете есть тоже своя прелесть и в глянце особенная какая-то прелесть. Вот очень неплохие лаки как для быстрого маникюра, так и в качестве подложки под дизайны, чтобы не наращивать пироги и не тратить время. Классная вещь. Теперь перед вами лежит по одному представителю из каждой линейки новых биогелей.
Как вы видите, все они идут сияющими частичками, все они имеют металлизированную базу, и этим они очень похожи друг с другом. К тому же у них цвета в некоторые оттенки сходятся в разных линейках, поэтому можно немножко запутаться. Вкратце, одна из серий называется Nail Polish Maniac, лакоманьяк, и это металлики дуохромы. Еще одна новая линейка называется Universe, и здесь металлическо-дуохромная база с голографическими хлопьями. И третья серия называется Life is Life, и здесь тоже дуохромная металлическая база с голографической шиммерной практически пылью. Там очень-очень мелкие частички. Теперь рассмотрим каждую в подробности. Начнем с той серии, что по наполнению попроще. Лакоманьяк. Вот один из оттенков у меня сегодня на ногтях. Оттенок называется кошачий глаз. И он дуохромит из фиолетово-бордового в желто-зеленый. При этом база у этого лака прозрачная, желейно-бирюзовая. Интересно, да? Эта бирюза практически никак не проявляется, только дает легчайший отлив при определенном повороте руки, угла света и так далее. Второй оттенок называется Hope, и он дуохромит из лилового в оливково-золотистый. И этот оттеночек уже замешан на очевидной и заметной лиловой базе, на лиловом желе. Пигментация у этих двух оттенков и, как я подозреваю, у этой всей серии немножко ниже средней. Мне потребовалось 3 слоя для того, чтобы плотность покрытия меня удовлетворила, но если вы допускаете немножечко не совсем плотное покрытие, то, возможно, его и в 2 можно будет носить. В 2 слоя он не выглядит плешивым, каким-то полосатым, просто вот хочется чуть больше насыщенности лично для меня. При этом слои быстро подсыхают, топ-сушку вполне прекрасно переносят, поэтому я не вижу, в принципе, для себя проблемы наносить 3 слоя. Следующая серия называется Universe, Вселенная, и у меня здесь тоже 2 разных оттенка. И он дуохромит из фиолетового в ярко-бирюзовый, при этом в его замесе голографические маленькие, как льдинки, осколочки такие. Очень красиво смотрится. Этот лак я уже тоже красила и показывала в Инстаграме. Многим он понравился. Второй оттенок Омега Центавра. Дуохромит он слабовато, надо признаться. И основной его тон, как есть вот такой оливково-золотистый, насыщенный. В основном он так себя и проявляет. Немножечко на гранях, на боках он может дуохромить в бирюзово-изумрудный какой-то, синеватый, но очень-очень неявно. И в нем такие же голографические частички, как и в предыдущем лаке. Эти лаки тоже необходимо наносить от 2 до 3 слоев, в зависимости, какое плотное покрытие вы любите. И также они наносятся беспроблемно. От топа сушки голография не теряется. И, в принципе, это очень удобно. В Инстаграме мне задавали вопросы, и я знаю, что и здесь будут вопросы, поэтому сразу давайте сравним с серией Galaxy от Dance Legend. Очень похожая с виду серия. И когда смотришь отдельно на фотографии вот эти, скажем, отдельно на фотографии вот эти, кажется, что эти серии неотличимы. Но в них есть одна существенная разница. У дэнсов голографии заметно больше. У элькоразонов заметно меньше, соответственно. Для кого это плюс, для кого это минус, кому как больше нравится. Ну, как бы каждый сам для себя выбирает. Кому-то нравится больше голографии, гуще голографии. Конечно, тогда дэнсы. У элькоразонов получается более нежный эффект, более выражена дуохромная база, по которой разбросаны как бы, да, эти мелкие осколочки. У дэнсов же прям на этой
дуохромной базе очень насыщенно и густо лежат голографические частички. Поэтому вот, вот в чем их разница, и вот что надо иметь в виду. В остальном они очень похожи в самом деле, и их текстура самой базы похожа. Тоже требуется 2-3 слоя у денсов, как и у элькаразонов. В общем-то, да, вот разница только в насыщенности голографии. Третья серия сегодняшних лаков называется Life is Life. И эту серию я считаю, ну, самой уникальной из этих трех, что сегодня мы рассматривали, потому что в ней необычная взвесь голографических частиц. Здесь перламутровая база и мелкая-мелкая-мелкая голография. То есть, мне кажется, даже сильно приглядываться не нужно, чтобы увидеть, да, что во Вселенной голографические частички крупнее, а здесь они настолько мелкие, что нужно приближать и смотреть по сравнению с этими. Оттенок карма в линейке Life is Life яркий, фиолетово-медный, наверное, дуохром с этой самой красивой шиммерной пылью, густо-густо замешанной. Эта серия лаков уже стандартно укладывается в два слоя средних, и третий, ну, никак уже не меняет положение, два слоя, она смотрится хорошо. Оттенок лак, удача, на базе зеленого металлика, который слабо дуохромит в пыльно такой невнятно фиолетовый. Но в основном это даже не дуохром, а скорее просто металлик на самом-то деле. И та же самая густая-густая мелкая-мелкая голография. Из всех трех серий, вот этих в биогелях, мне самый интересный кажется как раз-таки Life is Life, потому что она наиболее уникальная из всех трех, как мне кажется. У Элькаразон уже был выпуск лаков с голографией в перламутровой базе. Тоже полюбившаяся многим коллекция «Драгоценные камни». И я вот вам покажу на примере одного оттеночка, насколько сильная разница и насколько вообще они рядом даже не стояли. Оба они, конечно, красивые, но они разные. В коллекции «Драгоценные камни», в той же самой перламутровой базе, которая иногда может чуть дуохромить, тоже голография, но она гораздо-гораздо крупнее. В этих лаках голография приблизительно как в серии «Large Hologram». А в Life is Life совсем-совсем меленькая пудра. Также в марке Элькаразон появились свои инструменты для стемпинга, то есть выпускаемые под брендом Элькаразон. Мы уже могли видеть на китайских сайтах, в принципе, подобные диски для стемпинга и вот такие штампики. Я давно хотела попробовать такой штампик, вот мне теперь прислали. Мне теперь прислали от Элькаразон с их лейблом. Он такой хорошенький, он прям прелесть. Его держишь в руках, это какая-то красивенькая штучка. Кстати, здесь ручка отвинчивается. Я не знаю, для чего это, но так оно и есть. Такой маленький скребочек. И я выбрала один диск с вот этими птичками. Давайте я вам сейчас просто продемонстрирую работу всех этих инструментов на прям поверх вот этого лака. У меня есть вот такие красочки для стемпинга от Элькаразон. Кстати, прекрасного качества. Я снимала на них обзор. Следуйте подсказкам, если вам интересно. Я протираю диск жидкостью для снятия лака.
Ну, как вы видите, нормально отпечатывает. Это, конечно, не дизайн, это просто демонстрация работы инструментов. Все четко, все легко. Штампик этот очень-очень мягкий. Его можно как перекатывающими движениями, так и, ну, как бы вплющивающими, да. У него достаточно подушки, чтобы расплющиться на ногте. В общем-то, все удобно, все классно. В Элькоразон сказали, что будут пополнять ассортимент своих вот этих дисков. Их и сейчас там очень-очень много. Но они сказали, что в будущем появятся более уникальные рисуночки, которых нет на китайских сайтах, например. Поэтому вот, будем с интересом наблюдать. Пока что мне кажется, что все хорошо. Вот такой вот был у меня небольшой обзор. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Пишите, пожалуйста, что вы пробовали из этих линеек и что вам понравилось больше всего. Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока.